Всем привет, с вами Арчер, я продолжаю играть дальше в Emily Wants to Play. Остались мы на 3 часах ночи, вроде бы, с Клоуном и Честером. Сегодня я снова пытаюсь пройти их, и давайте уже начнем. Все-таки на 2 часах ночи я остановился, вот и по часам понял. И давайте вспоминать, что надо делать. Сейчас опять мне нужно все это вспоминать, потому что я нихера не помню. Так, пока часы вроде бьются, ничего не произойдет. Все. Окей. Так, тихо. Мне теперь на каждом шагу будут преследовать клоуны, так понимаю. И мне, короче, Goodbye сказал, что лучше вообще не поворачиваться и не искать его, потому что это лишнее движение, и... Давайте попытаемся так сделать, окей? Я вот понял, потому что, смотрите, когда мы заходим в новую комнату, тогда кто-то появляется. Если мы будем стоять в одной, то время не будет идти, и клоун не будет... Честер, здравствуй. Давно я тебя не видел, кстати. И вот. Так, лучше идти... Хорошо. Клоун, ты где? Я же знаю, что где-то тут. Честер! Чего? Нет! Да! Что это было? Я же из комнаты из этой выбежал. Ты чё? Ты чё, Честер, обоссок? Идем дальше. Я даже... Эй! Меня подвигала дверь так нечестно. Обоссаки. Тихо. Изи. Где? А, окей, он в той комнате был. Клоун, я тебя давно не видел. Слушай, браток, ты где? Здравствуй. А какого хрена то? В смысле? Я же не двигался. Нечестная игра. Может, просто в другую комнату? В смысле? Что? Откуда он уже здесь появился? Я его не услышал. Окей. Я иду медленно. Тихо, тихо, тихо. Подожди, Честер, нет, нет! Петух. Ты чё, да, он здесь передо мной стоишь, я пошел вон отсюда. Показалось. Здравствуй. Да в смысле, лол? Я просто не успеваю как бы руки от мышки убрать, чтобы он меня не убивал. Тут малейшее движение, это все, это убийство, лол, это вообще нечестно. Нас ведут в этот подвал. Может, нам не говорили пойти? Опять-то бабёха тут стоит. Она меня идет направо, да? А, так я тут сдох. Окей, валим отсюда. Где он? Никого. Все это ГГ починаю подвигать. Хотя, может, когда он на меня не смотрит, то... То, короче, я могу двигаться. То есть, просто он тупо на меня не смотрит. Если он на меня смотрит, то все, это ГГ, я все понял. Я тебя раскусил. Ну, окей, я на него не смотрел. Он на меня не смотрел, он еще не повернулся. Поэтому, как бы, это бессмысленно. Здрасте. Давай, беги. Уже тут появился, смотрите, как укидал его. Руку от мышки. Чтобы успеть не двигаться. Убрал. Но он меня не видел, значит, все. Значит, как бы я не двигался. Надо было радио включить точно. О! О, как басит-то жестко. Ну все, теперь не страшно. Я убрал руку от мышки. То есть, ну все, это, короче, тактика просто, ну, так сказать, тактика богов. То есть, как бы, все, я его раскусил.
Когда уже ночь-то закончится, я уже сколько тут бегаю. Эй! Что происходит вообще? Я что-то не понял. Тут и Честер, и клоун. Все одновременно, что за бред-то, а? Я тоже так же отхожу от клоуна. Да боже, не надо дверь мне тут закрывать. Сколько времени-то мне еще ждать, э? Я уже устал. Ну когда уже пройду эту обоссанную ночь-то, э? Я уже устал. Сука, мне еще бегать-то, алло. Да, бич, да. Я... 3 часа ночи, все. Это просто мастер-класс. Я прошел этот глаз, просто что-то как-то темно. А где мой свет? А, все ясно. Это просто этот дебил выключил тут свет. Че, песосы? Охренел, что ли? Это весело? Ни хера это не весело. Это ни хрена не весело. Тут еще эта кукла. Да ну нахер, идите вы в жопу. Это не весело. Ну давай, наконец-то. Дебил. Ладно, короче, нужно от кого-то слиться. Клоуна, кстати, что-то не видно. Неужели его здесь не будет? Где? Где-то кукра? А, вот она. Давай, нет, от нее я не хочу умирать. Хотя, да... Давайте лучше от Честера. Что-то наорал, у меня вообще кидало его какое-то. Всем спасибо за просмотр, с вами был Ащер, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, комментируйте, всем удачи, всем пока и до скорых встреч!